Дошкольное учреждение в селе Марфино было введено в эксплуатацию в 2018 году. Здание рассчитано на 110 мест, но с учетом уплотнения групп сможет принять больше детей. Андрей Иванов проинспектировал детский сад, чтобы оценить его состояние. Потратив, грубо говоря, 8-10 миллионов, ну, мы можем запустить детишек в детский сад. Да. Сколько вместимости? 110. Это без уплотнения. С уплотнением также 140-150. Максимум 150, да, это будет. Детский сад должен начать работу уже в марте. Такое поручение дал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов. До оформления всех необходимых документов дошкольное учреждение в Марфино будет работать в формате ухода и присмотра за детьми, а после объединится с детским садом номер 33. Мы ориентируемся, что до 15 февраля будут правоустанавливающие документы о собственности администрации уже Одинцовского городского округа. Сразу после чего мы передаем через постановление администрации округа садик в оперативное управление детскому саду номер 33 в Новоивановском. Сейчас в здании детского сада выполнен косметический ремонт, закуплена мебель. После передачи на баланс муниципалитета учреждение будет доукомплектовано дидактическими материалами и развивающими играми, а внутренняя отделка здания будет улучшена. Работы держит под контролем местное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа». Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».